Всем привет! Приготовим холодец. Список необходимых ингредиентов вы найдете в описании под видео. Для начала подготовим все мясные составляющие. Свиные копыта и рульку хорошо помоем. И на 2 часа нужно замочить в холодной воде. Для холодца я взяла рульку, 2 копыта и 2 индюшачьи ноги. Можно взять еще один окорочок. Заливаем холодной водой. Ставим на газ. Ждем, когда закипит. И тщательно снимаем пену, чтобы бульон был прозрачным. После закипания убавляем огонь на самый-самый минимум. Пусть пыхтит примерно часов 5. В процессе варки где-то через 2 часа мы можем добавить черный молотый перец, лавровый лист и кориандр. Еще через час добавляем морковь и лук. Подготовим чеснок. Чистим несколько зубчиков чеснока. Перемалываем через чеснокодавилку. Готовый бульон снимаем с огня. Все мясо и мясные составляющие перекладываем в отдельную миску, чтобы они остыли. В основном мясная часть – это рулька и индюшачьи ноги. В копытах мяса как такового особо нет. Морковь и лук нам тоже не понадобится. Бульон процеживаем через мелкое сито. Добавляем в него чеснок и оставляем. Он сам отдаст ему бульону свой аромат и вкус. Разбираем мясо на волокна, отделяем от костей и кожи. Я очень тщательно перебираю мясо для холодца. Укладываем мясо в судочки и заливаем бульоном, процеженным через сито, чтобы не попал чеснок. Ждем, пока остынет до комнатной температуры, и убираем в холодильник на всю ночь. Готово! Приятного аппетита! Подписывайтесь на меня и ставьте лайки. Не пропустите новое интересное видео. Всем пока!